Now, I requested to Russian devotees, ask their question, what they discussed all week so much emotionally about chanting the holy name. And now they try to understand who will ask. If they are satisfied, why they need to ask? If they have satisfaction with discussion, that is beautiful. Шрила Гурудев говорит, если вы удовлетворены своим обсуждением, то есть вы получили ответы на свои вопросы, тогда нет смысла здесь спрашивать. Но если до сих пор нет полноты понимания, удовлетворения сердца, то есть смысл спросить. Рада Чиран, давай я сформулирую вопрос, как я его слышал, помню. Рада, Рада, а можно я спрошу тогда? Нет, подожди, надо моя, я был первым. Хорошо, ну у вас же нет проблем с воспеванием. Хорошо. Включи микрофон, Радха Говинда. Рады, рады. Вопрос, Рада Чиран. Радха Говинда, включи микрофон. Радха Говинда. For all the микрофон. Микрофон включи, Радха Говинда. Рады, рады. Рада Чиран, спроси, пожалуйста, Махараджа, вот такая, ну, как бы я общий, что преданные говорят, что дойдя до уровня там раги, да, или там чего-то, да, что отпадает надобность джапы, повторение джапы. И одни говорят, что как бы можно вообще забросить это, а другие говорят, что нет, мы давали обеты, мы должны продолжать, то есть это наша садхана бхакти. Radha Govinda is asking for devotees. They discuss in one, it's one the points. If devotee reach raga, then no need to do japa. Шрила Гурудев говорит, что это невозможно. Даже если преданный достиг раги, он не может перестать повторять святое имя. Then there is no raga. Это означает, что у него нет раги. To not do japa means they not understand how to develop greed. Greed makes on without japa, you cannot double have a greed to remember always the name of your Ishtadev. Шрила Гурудев говорит, что без джапы, без постоянного контакта с святым именем, не получится развить жадное стремление постоянно находиться в памятование Иштадевата и ее игр. Вот. Без means джапы не получится. We are very satisfied. What we know, I am very satisfied. То, что Шугарда говорит, то, что я знаю, я полностью этим удовлетворен. That is not greed. Это не жажда. Greed means I know achieve, I want more to know. I want to do more for you. And this happened in love only. Жажда означает, что то, что у меня есть, я не могу этим удовлетвориться, насытиться. Мне нужно еще. Вот. Такова природа жажды. Шравана and киртана. Шравана и киртана. Слушание и прославление, воспевание. If I don't want to listen about you, and I don't remember you, I have no love for you. Если я не хочу слушать о тебе, если не хочу помнить тебя, означает, что у меня нет любви к тебе. Если нет любви, значит нет жажды. And the easiest way is a japa and listening the rasik katha from the rasik Vaishnava. И самый легкий путь достижения исполнения этого, это, то есть обретение жажды, это расика катха от расика вайшнава и джапа. Like Radha Govinda, Damodar, they all rasikas, their katha listening and their association develop our rasa. Как наш Дамодар Прабху, Радха Говинда Прабху, это расика вайшнава. И благодаря общению с ними у нас просыпается жажда.
His words are rasi. If they have a greed, they will also chant. If they have no greed, they have only listening katha, but not, they are very satisfied person, so they don't chant. И каждое слово расика. Если есть жажда, преданный повторяет, он зовет, повторяется это имя. Вот. Если же он удовлетворен, то у него нет жажды, он не будет звать. It's not necessary that you need big japa. You can chant with small japa, but chanting is important. Name is important. Without name, my every inhale and exhale is useless. Sure, what does small japa, big japa? Any type of rosary. Any type of japa, this japa, this japa, 1,000 beats japa is no meaningful. Mm-hmm. Why we to chant in big japa? Because small japa happens very fast. Mm-hmm. So we need little bigger japa. Mm-hmm. If small, bigger and very bigger is no meaningful. Mm-hmm. Шрила Гурудев говорит, что для джапы не так важно, какая она, то есть какие четки, маленькие, большие, важен сам контакт с этим именем. Я спросил, что значит маленькая джапа, что значит большая джапа. Ну, говорит, вот четки могут быть маленькие, там может быть, например, 16 бусин, или 64 бусины, или 108 бусин, или 1008 бусин. Говорит, почему преданные заводят большие четки? Потому что маленьким и недостаточно, слишком быстро заканчивается круг, им мало. Они хотят больше, поэтому не зовут длинные четки. Важен сам контакт с святым именем. Рада Чиран, тогда маленькое уточнение можно у Махараджа? Вот, да, у меня вопрос, как у последней кандидатки, да, служанки Радхи. Вот как Гурудев, ну то есть принцип джапы, да, что я так понимаю, да, вот мы читаем, и то есть самое главное во время джапы это лила с маранам, Гурудев. Radha Govinda is asking as a candidate for Radha Dasya, when we are chanting japa, the main thing in this moment is smarana. I can remember asmaran without japa also. Шрила Гурудев говорит, я могу помнить, то есть совершать асмарану даже без джапы. But japa is helping for us. Но джапа нам помогает. Without japa, if we will think, I can think for 10 minutes, 5 minutes. Без джапы я могу помнить, ну, 10 минут, 20 минут. Then again mind will go other direction. И после этого ум снова вернется на какую-то свою тропинку. Again I will start thinking, I thinking. Then again mind will go in that direction. Я его возвращаю к памятованию Рады Кришны. Он снова на свою дорожку. And when the mind is interested in the material thing, because whole life I give to material thing, then mind starts floating there. И так как ум провел всю свою жизнь в материальном, он, естественно, плывет по этому течению мысли в материальное. So, but if the hand japa is there, if mind goes out from the mantra, if I have a japa in my hand and my mind go out, I'm chanting, but I start thinking also. Если, к примеру, в моих руках джапа мало, то есть четки, но мой ум ушел от повторения святого имени. When I will remember, oh, japa is in my hand, then my mind will come back. Но прикосновение пальцев, тактильное ощущение возвращает мой ум. О, у меня в руках джапа, я же повторяю святое имя. То есть мой ум возвращается к святому имени. Then I will start remembering. Тогда я вновь начинаю помнить. Then I will keep my mind. Again mind will go back.
таким образом я удерживаюсь ум на главном. Мой ум снова пытается уйти. Again I can bring. Но я снова могу увернуть. То есть сознание с джапой. So that way it helps us. Таким образом это помогает нам. Thank you, Baba. Ананда Майя. Я хотела спросить, мой уровень таков, что у меня нет вкуса именно к джапе, но я могу петь, много петь святые имена и вспоминая их лилы. Могу ли я на своем уровне сейчас пока воспевать святые имена, в смысле петь киртаны, но не читать джапу? In my level, I have a test for japa, but I have test for singing. Can I more sing? Because for me it's natural. Are you are more elevated. How what I can explain you? Anyone can sing more than one hour? Может ли, если ты более возвышенный, как я могу тебе что-то объяснять? Но может ли кто-то петь больше часа? How many hours you can sing? Как много часов ты можешь петь? What is your record maximum to sing? Какой твой рекорд в пении? У меня 5 часов. Сколько? 5. Радагайна telling 5 hours. This is nothing. We need 24 hours. Шрила Гурудева говорит, это ни о чем, нужно 24 часа. Я долго не могу. Спасибо. Sorry, little. We have to practice 24/7 in our life to be my student. Мы нуждаемся в такой практике, чтобы быть с своим штадеотом 24 часа 7 дней в неделю. And one hour practice, person, this is doing puja. This is Vaidhi Bhakti. Если преданный совершает такую практику лишь в течение часа, в течение дня, то есть длительностью в течение часа, это называется пуджа, это Vaidhi Bhakti. What was the Brahma who is in the Radha Kund? What is the cow bull? What is the name? Arishtasura. You know the Arishtasura? Вы знаете Арештасуру? He was the bull, cow, but he is demon. Он олицетворяет двуличие, притворство, потому что внешне он бык. So this is the nature of the two-faced person. Но на самом деле природа его демоническая, то есть он олицетворяет двуличие, два лица. That's a hypocrite. Это называется двуличие. Right? Yeah. So we no need to be Arishtasur. Hypocrisy not work. In the Raga-bhakti. В Рага-бхакти двуличие не работает. Like what is the name of girl? What is her name? Who asked question? Ananda Mai. Ananda Mai. So 1 hour I will sing, I will be Raga Bhakta. Например, Ананда Майя говорит, я буду 1 час петь, и я буду в Рага Бхакти. Impossible. Невозможно. This is hypocrisy of Raga Bhakti. Это двуличие в отношении Рага Бхакти. Raga Bhakti means 24/7. Raga Bhakti означает 24/7. 7 means 7 days. 7 означает 7 дней в неделю. There is no 8 days or 9 days. 24 hours and all Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, like a whole moment you have to be there. That is Raghava. Что значит 7 дней в неделю? Это означает воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Таким образом, круг замыкает, то есть постоянно. Lovers of beloved, they know forget for daytime and night time only they come together. 24/7 they think together. Пример, что это приводит с парой влюбленных, когда любящий, он встречается с объектом своей любви, например, вечером, но весь день помнит, он не может забыть объект своей любви, ни на мгновение, постоянно. That's not part-time job. Full-time, 100% full-time job. И в этой любви нет выходных. Это постоянно, как говорит Гурдев, постоянная работа, без выходных. That is right. Весь день, без, не так, что 8-часовой рабочий день, постоянно. Это рага-бхакти. What I do, I'm sleeping to think for you. I'm eating, but I'm taking your prasad. What I do, only thinking on you. Nothing out of my business. 50% is your, 50% is my job. No. То есть, что означает постоянно? Это означает, если, например, я кушаю, почему я кушаю? Я кушаю, чтобы быть способным служить тебе. Я кушаю твой просадом. Если что-то делаю, я делаю это, потому что это необходимо для служения тебе. То есть, постоянная концентрация, постоянное саштадева там. Even toilet going, taking bath, changing clothes. Is only for you. Everything is for you. Даже хождение в туалет, омовение, смена одежды — это все для тебя. Только для тебя. That's a raga. Тогда это называется рага. I think. Я так думаю. Right? Not you understand? No, I understood, except. Then why you say like this? Like on that different way. I want practically. If you understand, no, say yes. Not like this. I don't know the other actions. Yes, please. Rag means 24/7 one pointed. Not here, there. I have this business also, that business also, that. Then no raga. Если у меня есть какие-то... Trying to be. Если у меня есть какие-то дела, помимо служения моего штадевата, то это не рага-бхакти. Все, что делается преданным рага-бхакти, все делается для штадевата. Каврабрия задавала такой вопрос, что если ей неудобно именно с четками сидеть, а зато она может делать другие дела и повторять святое имя, например, так. Мне кажется, так она как-то... Ask, if it's, I could not sit long time with Japa Mala, but I can do some other things, but in same time I can chant. Better, I don't know, I'm not so pundit. To explain you, you have to take advice from others. My Gurudev not there. We have to do what my Gurudev advised. Я не такой пандит, чтобы ответить на твой вопрос. Но я делаю то, что мне сказал мой Гурудев. If I don't follow my Gurudev, then we're not in that line. Если я не следую своему духовному учению, делаю то, что он мне сказал, то я не в его линии. Спасибо, Гуруде. Thanks, Гуруде. Рады, рады. Можно задать вопрос? Да? Madhavi wants to ask. Yeah, да-да. How are you? Как вы? Шугуда спрашивает, как вы? По-разному. It's in different time, but differently.
Я хочу спросить, почему, Гурудев, скажите, почему мы теряем вкус святому имени? И что нам делать? Заставлять себя делать это? Что нам делать, чтобы... Надо продолжать, хоть механически воспевать, что-то надо. Как нам продолжать? Asking why we are losing the test for Harinam and what we must do to return. We must push ourselves to chant mechanically. Because we don't know the name of Harinam, meaning. Поскольку, Шукрадев говорит, поскольку мы не знаем смысла святого имени, мы не понимаем значение. What you understand the meaning of the Harinam? Как вы понимаете значение Харинам? Explain. Можете объяснить? О, Радха, о, Кришна, я хочу служить вам. О, Рада, о, Кришна, I want to serve you. Madhavi asked what to do if lost test and what is the meaning of what I want to know. And she answered, for me it's mean, O Radha, O Krishna, please use me in service. Allow me to serve you. Who want to serve you? Шугурдев Мадави. Шугурдев спрашивает, кто хочет служить Радхе Кришне? Кто просит о служении? Моя форма Манджари. She is asking, my form Manjari is asking this service. Oh, what is your Manjari form? А какая твоя форма, Манджари? Я еще не знаю. She doesn't know this, Шукадев. Then how you will do? Тогда как вы будете это делать? That way, what happened? Gurudev, you seed in me. Гурудев посадил семя в меня. That seed, first he flowers. You see the land? Вы видели землю? If you want to see some land, can you explain? You complete. If you are familiar with the agriculture, если вы близки к сельскому хозяйству, то есть знаете, как работать с землей. Before you put the seed in the soil, you have to prepare the soil. Прежде чем посадить семя в землю, нужно подготовить землю к этому. It has to become soft. Земля должна стать мягкой, ее нужно сделать мягкой. You have to take out the stones. Нужно убрать камни из земли. That is the work of Gurudev. Это работа Гурудева, то, что делает учитель. That is the work of Nitai. И это работа, то есть то, что делает Нитай. You see the Balaram, he has the plug. Видели у Баларама? Баларам, он носит плуг. He prepare the soil in us. И он пашет землю нашего сердца. Он подготавливает наше сердце к посадке семени. Nitai is a guru tattva. Nitai – это guru tattva, то есть учитель. So Gurudev putting the seed in the soil that he himself prepared us. И прежде чем учитель посадит семя в сердце, он готовит почву сердца к этому процессу. There was another question.
Есть еще один вопрос. Был еще один вопрос. Why we lose the taste for chanting? Why we used? Lose. Почему мы потеряли? Почему мы теряем вкус к повторению святого имени? If we lose the taste for chanting, means we have no taste for chanting. То есть, если мы потеряли вкус к повторению, значит, мы этого не делаем. So this is our condition. Итак, это условие, в котором мы оказались. We have to pray that taste is coming. Поэтому в этой ситуации необходимо молиться, чтобы вкус вернулся. And today in the morning we discuss very beautiful subject, what it means to do bhajan. И сегодня утром мы обсуждали, что означает совершать bhajan. Our worship is called upasana. И наше поклонение называется упасана. Radha Charan Baba, he explained very beautiful the meaning of this Sanskrit word. И Radha Charan объяснил очень прекрасно значение санскритского слова упасана. Asana is sitting. Asana означает сидеть. Upasana means sitting close to someone. А упа означает рядом. То есть сидеть рядом с кем-то. We want to sit close to our Ishtadev. Мы хотим сидеть рядом с своим Иштадевом. We need intense desire. И мы нуждаемся в сильном желании, интенсивном желании. Intense desire means only one desire. А вот это сильное, интенсивное желание означает лишь одно желание. If I have two desire, then it's not intense. Если у меня два желания, то уже не будет этого вот качества интенсивности в моих желаниях. So bhajan, japa means I'm sitting in front of Radharani. И bhajan, japa означает, я сижу перед Радхарани. I'm calling her. И зову ее. Like in this beautiful lila in Vilapakusumanjali. Как в этой прекрасной лиле описано в Шри Вилапакусумаджали. When Tulasi returns from Nandagaon. Когда Туласи возвращается с Нандагауна, bringing the prasadam of Krishna to Shrimati Radhika. Из деревни Кришны и приносит для Шримати Радики его прасад. And Radhika is asking about Krishna. И Радика спрашивает Туласи Манджари о Кришне. How he is? Как он? Did he like the sweets? Понравились ли ему сладости? And he taking Tulasi, she taking Tulasi in her lap. Она садит, то есть Шримати Радика садит Туласи себе на колени. And she, without blinking eyes, she is watching in the eyes of Tulasi, very near, face to face. И она не мигая смотрит, заглядывает в глаза Туласи, она смотрит на ее лицо, они сидят так близко, лицом к лицу. And she is asking her. Did you see him? Она спрашивает Туласи, ты видела его? But she herself answers her question. И она сама же отвечает на свой вопрос. Of course you saw him. Конечно же, ты видела его. Because why your eyes could be that beautiful otherwise? А иначе как возможно, чтобы твои глаза были так прекрасны? So we need this intensity. Мы нуждаемся в такой интенсивности. And we have to pray for it. И мы молимся об этом. So. То есть необходимо молиться о такой силе желания. And I want to share some personal experience. Я хочу поделиться с вами своим личным опытом. It is not an advice. I don't recommend anything. Это не совет, не рекомендация. It's not the instruction of Gurudev. Это не наставление духовного учителя. It's just my personal experience. Это просто мой личный опыт. I also have no taste in chanting. У меня тоже нет вкуса к повторению святого имени. I also was busy in my material life, have to wake up early in the morning, go to the work. И у меня также очень много дел,
Я вынужден просыпаться рано утром, чтобы идти работать. I have no time to sit 2 hours and do japa. У меня нет времени сесть на 2 часа, чтобы повторять джапу. If I try to do that, I feel pressure. Если я пытаюсь это сделать, я чувствую давление. Because already thinking, ah, I have to do this, I have to do that. Поскольку чувствую, поскольку на меня давит эта мысль, я должен сделать то, я должен сделать это. I don't want to become my meditation, my japa become manic, mechanical, without feelings, only counting numbers like a machine. Я не хочу, чтобы мое повторение святого имени было механическим, как машина. So I also feel more connected if I just take harmonium and sing. И я тоже чувствую куда большую связь с этим именем, когда беру физгармонь и пою. It helped me to connect with the feeling and go in the mood. Это позволяет мне войти в нужное настроение, эмоции. But same time I understood that that is not the final thing. Но также понял, что это не конечное. But I'm praying to improve. То есть это не совершенство еще, это не является совершенством. Поэтому я молюсь о том, чтобы улучшить свою духовную практику. That the circumstances in my life can change, that I have more time. Я молюсь о том, чтобы обстоятельства моей жизни изменились так, чтобы у меня было больше времени. And that I have more desire. И чтобы у меня было больше желания. That taste comes naturally. Так, чтобы вкус пришел естественно. Thank you, брат. Спасибо большое. Рада Чиран, у меня есть дополнение. Можно я дочитаю в книге Ананта Дас Бабаджи, да, вот, то, о чем мы говорили, вот, продолжение вот, слов, да? Ладно? Хорошо. Это Шилапа Кусуманджали, 75-й стих, по-моему. Ну, не важно. 58-й, по-моему. Radha Govinda wants to add for our discussion from Sri Vilapa Kusumanjali, this is verse 75. Да. From the verse 75. Нет, 68. Извиняюсь, 68. 68. Я хочу тоже открыть, чтобы... О, хочу этот... What you need? Нет, to translate. Вот так, абзац начинается с середины. С вами не отправляется на пхица Ашарада. Пытаюсь найти в книге, чтобы перевести, чтобы перевод был лучшим. I will try. 68. Вам Шивада на кто-нибудь переведите вопрос, пожалуйста. У кого есть такая возможность? Ну, да, тогда давай, ты напомнишь, и кто-то должен просто озвучить, что я его не вижу вопрос, потому что перевести не могу. Я тоже не вижу его, поэтому не могу. У меня просто мелькает его просьба, а я не знаю, как это сделать. Радха Говинда, с какого места, где там, объясни, пожалуйста, где примерно? Книга, второй лист комментария, и вот память отправляет на Птицар, она держит в Манджире. Память отправляет на Птицар. Ну, говори, я попробую перевести, может, я найду постепенно, где ты читаешь.
It's a me. It's a second page of commentary for this verse 68, where Swamini is going to Visar to the meeting. No, but this is the subject. Why not my desire? I don't feel anything. Шрила Гурудев возвращает нас к предыдущей теме. Он говорит, почему я не чувствую ничего? Because the land is stony, it's stone and rough. Gurudev gives seed and no watering, no. I have to water. Gurudev has to water, or I have to water. I have to make the stone removed. Then I have to be with very close to Gurudev. If I not close to Gurudev, how it will happen? I want that I will do myself. Шрила Гурудев говорит, что прежде всего сердце должно быть как земля, должно быть готово к приему семени. Я, например, гуру садит семя, я сажусь семя. Но если там, в этой земле, полно камней, земля сухая, кто об этом позаботится? Кто уберет камни? Кто будет поливать? Я буду поливать? Гурудев будет поливать? Я должен, как ученик, быть рядом с Гурудевом. Тогда он позаботится. А если я далеко? If there is no plant, если нет растения, from the seed, my seed is useless, become not useful. And that way, there will be no flowers will come. Манджари will come. Если семя не проросло, росток не появился, тогда какой смысл в этом семени? Не будет цветка. Because the flower, explain that. No plowing, no watering, no fertilizer giving. То есть предварительная работа не была сделана. Камни не были убраны. Земля не была разрыхлена, не была сделана мягкой, не была дана вода земле, она сухая. Because I'm very far from my spiritual master, he helped me to do that, and I never do myself. Then what happens? She died. И если я далеко от своего духовного учителя, то кто эту работу сделает? Я попытаюсь, не получается, и растение умирает. Then what will happen? Plant will come. Тогда, it will never come. Тогда что будет? Что произойдет? Растение умрет, вкуса не будет. And when the plant is coming, then flower will come. This flower is manjari. This flower is a manjari. This flower become fruits result of the my life. Но если же все сделано, то есть растение росточек появился цветок это манджари, то будет и плод, будет смысл моей жизни. Because I have so many things to do, I don't care to my seed what do they give. And how to fertile and watering and the fencing. We never care that. А иначе у меня так много дел. Когда мне этим заниматься растением? Там надо камни убрать, землю взрыхлить, полить, удобрить, ограждение сделать. Кто это все сделает? Вот растение умирает. This is the reason. Mantra energy develops this everything, and the mercy of Gurudev become more divine to serve that. This is all very connected way. Все очень связано. Мантра, которую повторяет преданный, милость Гурудева, которая убирает все препятствия, поливает растения. Explain this because I'm eating. You can explain this because. Шрила Гурудев просит Гаурачандру объяснить подробно. Always I'm talking about this. This is a very important thing.
Это очень важно. Я очень часто говорил на эту тему. The soil has to be prepared. Земля должна быть подготовлена. То есть она должна быть плодородной. So when Gurudev is putting the seed into the soil, когда Гурудев помещает, садит семя в землю, if he give mantra, если он дает мантру, кling, например, кling, this is the seed. Это семя. It means Radha, Krishna, and Manjari. I'm serving them. I want to be always in the service as a Manjari. Клин означает Радха, Кришна, Манджари. И я, что Гурудев говорит, я хочу служить им. By practicing this mantra. Как Манджари, служить им. By practicing this mantra, the plant automatically growing. И благодаря повторению этой мантры растение начинает расти. Когда земля, они о земле позаботились, сделали плодородной, убрали камни. But not only preparation is important, maintenance is also important. Но не только подготовка важна, поддержание тоже важно. It needs watering. Значит, своевременный полив. Small plant needs protection. Маленькое растение, росток нуждается в защите. Needs fertilizer. Необходимы питательные вещества, удобрения. This is all the practice of hearing and chanting and sadhu sangha. Все это в этой аналогии означает слушание, прославление, воспевание, повторение святого имени, общение саду санга. And if taste is not coming after many, many years, then I'm sure that something I'm missing. И если все же вкус не появляется в течение лет, значит, что-то я пропустил, что-то не так делаю. Maybe I don't give enough water. Может быть, я недостаточно поливаю. Maybe I don't protect my little bhakti-lata not enough. Может быть, я недостаточно защитил свою маленькую бхакти-лату, лиану бхакти. So this is our homework to think about that. И это наше домашнее задание — подумать об этом. Hello. Maybe we don't have enough faith. Может быть, у нас недостаточно веры? Can be many things. Can be many things. Много что может быть. And I told him that I'll be visiting in Iran, and he said I should come and pay you a visit and say hello. Very good. You are the friend of me. Yes. So I'm I live in England, but I'm a professor in Oxford in London, living. I'm here for a conference, but I thought Раджанаджи, maybe I can say something? Yeah, please, yeah. Сините просит кое-что добавить. I want to make a beautiful flower garden, like preparing a kunj for Radha and Mohan. Я хочу предложить. I need to prepare it very nicely. Я хочу сделать гирлянду для украшения кунжи Радха Мохана. Я хочу сделать это очень хорошо. If I want to make my heart a kunj where I can serve by the mercy of Gurudev, he has already prepared me to do it. He has already given me the chance to say, I want you to be a mantra, I will help you. Если я хочу в своем сердце, как в кунже, служить своим штадеву, Шимати Радике, Радха Мохана, то Гурудев меня уже подготовил к этому. Он мне дал. Он мне дал сварупу для этого. He is eager to help me because he wants to help us, because he also wants us to help her or him in his service. И он жаждет нас помочь. Почему он жаждет помочь нам? Потому что в нас нуждается Шимати Радика.
ей нужно наше содействие, то есть наше служение. Она хочет это. Same time, yes. Because this, yeah, so because this is a very major problem. I need to also be ready to do my part. И я нуждаюсь в том, чтобы быть готовой исполнить свою часть служения. Even if the taste is not there or so many holes in my heart, I need to take shelter again and try again and again and again. Даже если у меня нет вкуса к повторению святого имени, и у меня много отверстий в сосуде моего сердца, то есть оно не целостное, та влага, которая туда проливается, милость, она вытекает, все равно я нуждаюсь в том, чтобы вновь и вновь совершать свои попытки служения. И когда Гурдев видит этот эфорт и эту attitude, the feeling, I want to do it, I want to go deeper in my bhakti, he will surely help. И когда гуру видит, как ученик старается, как он старается, видя это, он думает, обязательно я помогу ему. He will help us with the fencing of Bhakti Lata Beach. He will give the water also, and he will make the land of the heart soft. Он оградит лиану Бхакти, защищая ее. Он польет эту лиану водой. И позаботиться и другими способами. Now we are not only one gardener, we are two gardeners. We have more power to make the beautiful kunj. И теперь у нас не один садовник, у нас два садовника, чтобы позаботиться об этой кунже, об этом саде. Yes, where is it? So just, you know, every year after the winter, it's such a cold and dark time. Каждый год, когда зима заканчивается, это время, когда очень холодно и темно. But then when the sun comes and gets warmer and warmer, it's the right time now to do it. И вот, наконец, солнце начинает все больше и больше греть, оно все больше и больше светит, означает, пришло время. No, Nitai is everything. He is the sun, he is the garden. He's giving the fertilizer also. И духовный учитель Гурудев, он для нас и солнце, и садовник, и тот, кто удобряет почву. So this is so amazing that Gurudev was sharing this morning, like feeling like I am there, I want to help you, but you have to also connect with me. Don't be so far away. Come closer. Как сегодня утром Шри Гурудев говорил. Я хочу помочь вам, пожалуйста, будьте со мной на связи, не убегайте от меня, не прячьтесь. Не выключайте свои камеры. Like in Mahamantra also, right, Madhavidasi, the last part is Rama, Rama, Hare, Hare. Even when Radha Mohan are in Rama, when they are together, when they are very close. Как в последней части Махамантры, вот Мадави говорила о значении Махамантры, Гурдев просил. И там в конце Рама-Рама, Хари-Хари, когда они очень близко друг с другом, Рада-Мохан. Still they are calling the Manjari, come and help us, we need your help. Они вместе, они уже вместе, но тем не менее, они зовут, Хари-Хари, они зовут Манджари, пожалуйста, придите, помогите нам. You have to entangle our hairs. Пожалуйста, распутайте наши волосы. Disentangle. You need наши to wipe the sweat drops. You have to fan. Because, они нуждаются в том, чтобы омахивать их, например. This is all the result. This is all the result. The beautiful flowers, so that the Manjari can come out. And Gurudev is just expressing so lovingly. Like a great father, come closer, come closer, come closer. Don't stay far away. И Гурудев, как отец, очень заботлив. Он говорит, пожалуйста, будьте ближе ко мне, будьте ближе ко мне, не убегайте. Don't be afraid. Even if sometimes I'm strong, it will be for you to develop the strength, to always develop more and more taste, and I will help you. I am from Bulgaria, but I live in England.
Sorry, Sunitiji. Yes, you have so much there in your ears. Gurudev is so kind that sometimes his chastisements are already the blessings. I am helping you in your garden. Now you be ready to take it all. I am helping there to give the plants, give the flowering, give the fertilizer. Just you need to accept it and go together with me in the service. Шугурдев очень заботлив. Он все дает все необходимое для развития и ограждения, и питания, то есть удобрения, и воду. Все, что нужно быть готовым принять, это всю эту милость, всю эту заботу его, быть рядом. That's what they told me, yeah. And we are also in the gardening. It never stops, you know. We have to take out the weeds. It's a non-stop, like Gurudev said, 24/7 job. Вы знаете, такое садовничество? Это означает 24 часа 7 дней в неделю постоянная занятость. То есть сад нуждается в постоянном присмотре, в постоянной заботе. Там столько работы, там нужно сорняки выпалывать, к примеру. Yes, and we have to protect our plant, and even Gurudev is helping us to protect, because when we come closer, he also come closer. То есть мы нуждаемся в защите, мы подходим к Гурудеву. Когда мы подходим к Гурудеву, он тоже подходит к нам еще ближе. So that will be a beautiful garden and beautiful flowers, and we are the little Manjaris that will collect the flowers, and we will bring it to Guru Manjari. И это будет прекрасный сад, прекрасные цветы. А мы маленькие манджари, которые будут собирать эти цветы под руководством нашей гуру манджари. You're doing service inside and outside. Таким образом мы совершаем служение внутри и снаружи. And we make a nice, beautiful flower garland, and Gurudev will give it to Radha Mohan. That's also what Narayan Maharaj always said. И мы, манджари, подготовим гирлянды, и наши гуру Деви предложат их Радха Мохан. И то, чему нас учил наш Шонаренга Госвами Махарадж. Then it will be all very auspicious, and also this ups and down, taste and no taste, it will become more stable. Таким образом, вот эти вот волны, горки, то есть вверх-вниз, то есть вкус, то нет вкуса, это все выровняется. And even if Gurudev chastising us because there's too many weeds or not enough watering, that itself is a blessing. Даже когда Гурудев нас ругает за то, что мы недостаточно поливаем наши растения или там запустили, поросло сорняками, то это его тоже это тоже его милость, когда он нас ругает. Это тоже его забота. And he's telling, oh, you don't know your Manjari Swarup? Then you know what you have to do. Come to me, I will give you. Например, он скажет, ты не знаешь свою Манджари Сварупу? Это означает, приходи ко мне, будь ко мне ближе, я дам тебе эту Манджари Сварупу. It's all an invitation to love more and to feel more. Все время приглашение, чтобы заботиться, чтобы любить больше. Actually, we cannot do much. We are foolish and small and stupid. Действительно, мы не можем так уж многое сделать. Мы же просто маленькие, глупенькие. Thank you. But that also Gurudev is so merciful. He will not see. He will see. You are the Radha Dasi. Don't worry. I have accepted you. Но Гурудев будет нас всячески поддерживать, говорит, не беспокойтесь, вы Радха Даси, я помогу вам. I feel blessed this morning that I can hear these words from Gurudev. Even while he is eating, he will, you know, feed us with his remnants. Как сегодня утром я чувствую, что я благословлена его общением с ним. Даже когда он когда кушает, он при этом подкармливает нас. He's spoon feeding us this morning. I feel very happy. И сегодня нас кормил он своими объяснениями, своей харикатхой утром, и я чувствую себя наполненной этим. So let's all be together in the garden of Radha Mohan. So nice. Так что давайте станем садовниками в саду Радха Мохана. Рады, thanks. No problem.
Sweet Katha, beautiful Suniti. Спасибо, Suniti. Thanks so much, Suniti. Дамодарджи, сейчас пришло время для этого. Для Чирадарасиданити. Да, есть вопрос, который не озвучен, Вамшивады, но просил очень. Кто бы его есть кто-нибудь, кто может его озвучить? Пожалуйста, озвучите вопрос. Есть там у него? Посмотрите, пожалуйста. Если ко мне пришло, я посмотрю сейчас, то я зазвучу. Нет, ко мне ничего не пришло, извиняюсь. В Рададасе ничего нету. То есть ничего нового нету там. Кто-нибудь может? Рада, давайте я скажу. Давайте. Гурудев. Рады. Вамшивадандас спрашивает, можно ли достичь Кришна прему без вкуса воспевания святых имен? Вамшивадана is asking, is it possible? Вамшивадана is asking, is it possible to reach Krishna prema without thirst for Harinam? Krishna prema means best welcome for his name. Nobody can be without Krishna prema, without loving his name. Krishna prema means love his name. And how I will love his name when I don't like his name? Шри Гурудев говорит, Кришна према означает, любовь к Кришне означает, если я люблю Кришну, то я люблю его имя. Как я могу любить Кришну, не любить его имя? То есть, если преданный любит Кришну, значит, он любит и его имя. Я же так не задал. Но у нас, я не знаю как. Давай, задавай. То есть мы в процессе. В любом случае, да, я ждал вопросов. Рада Говинда. Нет никаких книг, просто послушайте, да, это цитата Ананта Дас Бхакти. Поэтому первой целью практики преданного должно стать. Рада Гавиндас, извини, пожалуйста. Я не знаю, что происходит, но у меня связь прерывается. Точнее, я знаю, что эта связь, интернет слабый. Поэтому первая цель практики — это развитие чего? Я дальше не расслышал. Сильной любви в разлуке. Ага, хорошо, понял. Первая цель практики — сильное развитие любви в разлуке. Shri Radha Govinda is telling, he is quoting Anandas Babaji Maharaj, he's reading. Anandas Babaji Maharaj is telling, the first goal in practice to increase love in separation. That is Christian and very high. But this so I work with people from the Hindu center, but they are much more special. The name, I will love with the name. There is no difference between person and name. Шри Гурудев говорит, это очень высоко. Сначала целью будет развить вкус к святому имени, потому что святое имя отлично от Кришны, от Рада Кришны. I have not tasted the name of my Swami Radhika, and I don't feel separation. Then I will feel separation. First, I have to develop taste in the name and in her form. Шри Гурудев говорит, сначала
разовьется вкус к имени Шримати Радики. Этот вкус к Шримати Радики, вкус к ее имени, не отлично от нее, приведет к развитию разлуки с ней. Then I can know the Krishna prema. Тогда я узнаю, что такое Кришна Према. Потому что она возлюблена, она любит Кришну. Мы не можем так любить Кришну. But I need my swami to develop my Krishna prema, means to learn from her one pointedness. Поэтому, чтобы развить Кришна прему, то есть любить Кришну, я нуждаюсь в своей свами научиться у нее вот этой однонаправленной любви. No more I need. Ничего более мне не надо. Yeah, time is over. Сейчас время закончилось, пришло время для Дамода. までだそうです。この後ロシアンクラスになります。Thank you for Japanese. We'd like to meet you and I'll stay in touch and send you a my love and always my love. You may see for me, because I'll be going to Bulgaria later in the year, but you never know. But when he is coming to India? I don't know, I'll find out. Можно начать. Раде, раде, Говинда, Говинда, раде, 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 Говинда, Говинда, раде, 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 Говинда, раде. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Radhe Govinda Radhe. Сегодня мы читаем 27 стих Радхарады Судханидхи, который называется «Шесть сокровищ, шесть сокровищ свамини». Today we will read Shri Radhara Sudhanidhi, verse number 27, which has name. One second. I found it's the name is Six Jewels. Ананда Дас Бабаджи в комментарии приготовил удивительные картины. And Ананда Дас Бабаджи in his commentary prepare very beautiful pictures. Если нам посчастливится, мы сегодня окунемся в эту сладость, сладость этих картин, этих образов. And if we are fortunate enough, we will, how to say, we'll go in deep in the sweetness of these pictures. Двадцать седьмой стих очень певучий, и я его как смогу пропою. This verse number 27
27. And this verse 27 is so sweet for singing, and I will try to sing as I can. Wow. Чинтамани пранаматам враджанагаринам Чудамани куламани вришабханунамна Сашьяма кама варашанти манирникунджа Бхуша манирнридая сампутасан манирна. Пусть же Шри Радхика, который является драгоценностью, чинтамани для предавшихся душ. Пусть же Шри Радхика, который является коронным сокровищем девушек враджа. Пусть Шри Радхика, который является сокровищем династии Вришабхану. Пусть Шри Радхика, который является сокровищем, удовлетворяющим все желания Шьямы, и сокровищем, которое украшает Никунджу в роще игр, станет единственным сокровищем в сокровищнице наших сердец. May Shri Radhika, who is a chintamani gem for the surrendered souls, the crown, May Shri Radhika, the crown jewel of the girl of Raja, May Shri Radhika, the jewel of Maharaj Vrishabhanu dynasty, May Shri Radhika, the jewel who pacifies Shyama's desires, and May Shri Radhika, the jewel who adorns the cottage and the play bower, be the real jewel in the jewel box of our hearts. Комментарий называется «Шесть сокровищ, сокровищ Шримати». The title of commentary 6.2. Так же, как драгоценный камень Чинтамани исполняет все желания, just Шри Радхика. Just as Чинтамани jewel fulfills all desires, Шри Радхика према Чинтамани исполняет желания предавшихся душ. Шри Радхика is prema chintamani, fulfilling the single desire for the treasure of prema in the surround in surrendered souls. Чинта — это сознание. Чинта means consciousness. Мани — драгоценность. Money is jewel. Все мы обладаем сознанием. We are all have consciousness. И все мы пытаемся открыть тайну нашего сознания. And we all trying to find to open the hidden true secret of our consciousness. Ибо без открытия этой сокровенной тайны вся наша жизнь бессмысленна. Because if we'll not open the secret of our consciousness, all our life is useless. Что такое? Что же такое? Что же такое сознание? What does it mean consciousness? What is it? Кто я? Who am I? И здесь мы получаем ответ на этот вопрос. Here we are receiving the answer on this question. Драгоценность нашей жизнью, самой нашей жизнью, жизнью нашей вечности является с вами. The jewel of our life is our swami. Wow.
Без нее не существует ничего. Without her, nothing can exist. Без нее нет бытия. Without her, no existence. Мы есть результат ее бытия. We are result of her is the existence. Бытия абсолютной истины. Existence of absolute being. И здесь она сравнивается с чинтамани, драгоценностью нашего сознания. And here in the commentary, Anandas Babaji Maharaj compare her with chintamani, with jewel. Наше сознание подобно драгоценной шкатулке. In and our consciousness here is like treasure box. Или драгоценному цветку. Or jewel flower. И источником жизни этого цветка and the source of life of this flower является пульсирующая драгоценность. That jewel which is beating like heart. Слово камень не передает сути. The word stone means jewel stone could not give proper understanding. Интернет завис. Я слышу тебя, Тамадар, я перевел уже последнюю фразу, что слово камень не передает подлинного смысла. То есть чувство не передает, потому что камень твердый. О, все, да. Слово камень не передает сути. Yes, the word stone could not give the feeling because usually stone is so hard. Потому что Радика не камень. Because Шримати Радика is not stone. Это она больше похожа на жидкую прему. She is more like looks like molten gold. В данном случае это сокровище больше похоже на суть цветка. She is the essence of flower. Нектар. Нектар. She is a nectar. И только она исполняет желание предавшихся душ. And only she is fulfilling desires of surrendered souls. Никто другой. Nobody else. Каким бы путем ни шел человек, он получает это сокровище только из ее рук. It's not important by which way the person is going. Anyway, he will receive a result from her hands. Потому что она является сущностью всего. Because she is the essence of everything. Сущностью каждого. She is the essence of everyone. Она является сознанием сознания. She is the consciousness of consciousness. Some interruption because internet is low. Дамодар, про последнее, что я перевел, да. Становится знанием познания.
А, это последнее, что я слышал. А, и те вопросы, которые те очень актуальные, животрепещущие вопросы, которые звучали перед классом, они обращены к ней. And all questions, so important life questions, what was asked to Gurudev, actually coming from, они исходят, они к ней обращены, да, я правильно услышал? Они к ней обращены, к ней. Да, эти вопросы обращены. Always questions for her. They address to her. Потому что мы ждем не ответов. Because we are waiting not just answers. Не ответов мы ждем. We need not answers. Мы ждем чувства. We are waiting the feelings, not just information. Мы ждем пылающего чувства. We need this blazing feeling. Мы жаждем пылать. We are so eager to be as a blazing fire. И поэтому мы обращены к этому, нашему изначальному пламени, нашему изначальному свечению. What is why we originally addressing or always looking to our eternal nature, this blazing nature. Шри Радхика према чинтамани исполняет желания предавшихся душ. Шри Радхика is a према чинтамани fulfilling the single desire for the treasure of према and the surrender in surrendered souls. Шри Чайтанья Махапрабху, который принял сладкое настроение чинтамани Шри Радхи, говорит: Махапрабху, who had accepted Шри Радха's sweet чинтамани mood, said, даже если ты не предлагаешь мне свои поклоны, even if you don't offer your obeisances unto me, даже если ты не предлагаешь мне свои поклоны, even if you doesn't offer your obeisances unto me, даже если ты считаешь меня незначительным и несуществующим, but bless me instead, consider me insignificant, or I am not exist. Мало того, даже если ты критикуешь меня, I will get again translate. Even if you consider me insignificant or not exist, or even you criticize me, blaspheme me, не имеешь ни капли уважения, no any small drop of respect to me, я все равно заставлю тебя склониться передо мной. I will still make you offer obeisances, and I will. Я все равно так или иначе заставлю тебя склониться передо мной. I will still make you offer obeisances, hook or by crook, I will do. Это говорит Шримати Радхика. This is spoken by Shrimati Radhika. She is telling to us these words. Это Радхика говорит. Радхика говорит это. Is telling. Radha is telling. Так или иначе, даже если нет никакого вкуса сейчас у тебя, даже если нет никакого смысла в твоей жизни, неважно, однажды я непременно подарю тебе сокровище приема. Even you haven't respect to me, even you haven't any taste in my name, anyway, once I will give you this treasure of Krishna Prema. Потому что я этого хочу.
Because I want it. Yeah. I want it. Я этого хочу. I'm desired. Я суть твоей сути. Я этого хочу. I'm the essence of your essence, and I am have this desire. It's my desire to give you. Я жизнь твоей жизни, и я этого хочу. I am life of your life, and I have desired it. Я пламя пламени твоего, и я этого хочу. I am the flame of your flame, and I have this desire. Я сознание сознания твоего, и я это хочу. I am consciousness of your consciousness, and it is my desire to give you prema. Это мое желание. This is my desire. И поэтому у тебя нет никаких шансов. That is why no chance to avoid it. You haven't any chance to avoid it. Все люди будут страдать, если не будут почитать меня. All the people will perish if they don't honor me. От таких мыслей сердце Господа начинало плавиться от сострадания. Thinking like this, the Lord's heart melted with compassion. И поэтому он принял саньясу. And he took саньяса. Они будут механически предлагать поклоны мне, считая меня саньяси. They will offer obeisances unto me. The Madhava Prabhu is telling, even mechanically, as a ritual, giving obeisance to me, thinking me to be mere sannyasi. Без чувства. Means without feeling. Просто благодаря религиозному почтению. Just as a religious act, religious respect. Почти безжизненно. Almost without life. Но даже эту безжизненность я принимаю. Even this lifeless I will accept. Это говорит Свамини. This is the words of Swamini. Потому что она корона моей. Потому что она корона моей. Корона моей. Because she is Karuna Mai, то есть исполнена сострадания. Она Karuna Sindhu. Она, she is Karuna Sindhu, the ocean of Karuna means mercy. И она принимает эту безжизненность, бесчувственность. And she is accepting this lifeless, senseless act. Means obeisance. И она обещает, что это разрушит их страдания и спасет их. And she is promised that will destroy their misery and save them. Даже если они не понимают ничего. Even they are not understand anything. Это не важно. It's not important. Просто я хочу им это дать. Because I want to give them this. Я всемогущая энергия. I am overpowerful, all-powerful energy. И у меня есть для этого все полномочия и силы. And I have all power and everything to do it. Поэтому Шри Радха является сокровищницей, единственной сокровищницей сострадания к предавшимся душам. What is why Shri Radha is storehouse of compassion for the surrendered souls. Слово Чинтамани также указывает на практику памятования преданных. Word Chintamani
also indicates the remembrance practiced by the devotees. Она подобна драгоценности, мани. She is like a jewel, money. Играющий в мыслях, чинта. Playing within the thoughts, чинта. Играющий в мыслях предавшихся душ. Playing within the thoughts, чинта of the surrendered souls. Когда памятование становится интенсивным, тогда это чинтамани становится видимо внутри. Then that remembrance become intense. Then that чинтамани will be visible inside out. Это не просто обещание. Not just a promise. Это не просто обещание нам тогда собрать. This is not just a promise of Ananda Das Babaji. Это не реклама. It's not advertisement. Это энергетический факт. Energetical fact. То есть это обязательно произойдет. This will happen without any case. It will happen anyway. Когда памятование становится интенсивным, тогда это чинтамани становится видимо внутри. Then that remembrance become intense, then that чинтамани will be visible inside out. И один секрет, секрет, который важен здесь. One secret which is important in this case. Сознание — это чувство. Consciousness means feeling. Сознание — это не бесчувственность. Consciousness couldn't be without feeling. No possible consciousness without feeling. Насколько мы чувственны, настолько мы и осознаем. To that extent, what we increased or develop our feelings, to that extent, we are consciousness. We have consciousness. Это очень и очень важно. And this is very important. И у каждого чувства, у чувства есть форма. And every feeling has a form. Сама форма есть выражение чувства. Because form is expression of the feeling, how feeling expresses itself outside. И здесь мы видим, что практика это не просто памятование, это практика чувствования. This remembrance is not just a practice of memorizing or remembering, no, this is a practice of feeling. Это не бесчувственное, не бесчувственное памятование. Нет. It couldn't this remembrance couldn't be without feeling. Это памятование с отношением. This remembrance, this relationship. Чувственное памятование. Means remembrance filled with feelings due to relationship. И именно из этой чувственной однонаправленности. And because of this, so much filled with feeling and one point in нашей чувственной однонаправленности. Our one pointness. Filled with feelings. Эта форма становится видимо внутри. By this form become visible inside. Эта Радха Чинтамани становится видимо внутри. This Shri Radha Chintamani become visible inside.
Святое имя также Чинтамани. The holy name is also Чинтамани. И оно проявляется на языках преданных. And is appearing on the devotees' tongues. Шримад Джива Госвами пишет: форма Божества Господа проявляется перед глазами. Шримад Джива Госвами writes: the deity form of the Lord appears before the eyes. И форма Его имени проявляется из горла на языке. And the name form appears in the tongue and from the throat. Таким образом, преданные ощущают это сокровище Чинтамани всеми своими чувствами. In this way, the devotees can feel this Chintamani gem in all of their becomes blessed. И так становятся благословлены, простите. And become blessed. Дамодаджи, Ради. Ради, Ради. I have one question because it's such a beautiful verse. Can I? No, no. I would like to get just into churning. Translate. Поскольку прекрасная тут тема поднята, очень сладостная, и я хочу задать вопрос. Yes, да, да. So Ananda Das Babaji says that Shrimati Radhika is a storehouse of compassion for the surrendered souls. Здесь Шрила Ананда Дас Бабаджи Махарадж пишет, что Шримати Радика является сокровищницей сострадания для предавшихся душ. And that Chintamani means remembrance practiced by the devotees. И Чинтамани означает практика памятования для преданных. And she is also like a jewel playing with the thoughts of the devotees. She is a money that playing with the chinta of the souls. Can you speak about that? How she is playing with the chinta of the surrendered souls? I like that point. Можешь это объяснить? Каким образом Шримати Радика играет как чинта, как сейчас я это прочту? Она подобна драгоценному камню мани, играющему внутри мыслей, предавшихся душе. Сунти хочет услышать тебе объяснение этого предложения. Нашел мы только, мы только объяснили эту, только сейчас объяснили эту технологию. We are just explaining this technology. Когда концентрируется чувство, then the feelings is concentrated. Из этого концентрированного чувства возникает наша форма. From these concentrated feelings, our form is appearing. Наша трансцендентная форма. Our transcendental form. Наши трансцендентные глаза. Наши трансцендентные глаза. Our transcendental eyes. Я повторил нашу нарушку. Наши трансцендентные уши. Our transcendental ears. Наши трансцендентные носы. Our transcendental nose. Наши трансцендентные уста. Our transcendental mouth, lips. Наши трансцендентные формы. Our transcendental forms. И при помощи наших трансцендентных форм мы можем непосредственно видеть. And by our transcendental forms we can see directly. Слышать. And hear. Ощущать аромат. And smell the aroma. Вкус и прикосновение. Taste and touch. Свамини. О, свамини.
И когда это случится, and then this will happen, в этом будет столько жизни. In this event will be so much life, что миллиарды жизней в этом материальном мире, what even the billions lives in this material world, не останутся даже как прах, will not left in us even in form of ashes, не останется ничего, nothing will be left, потому что возникнет именно вот это состояние нехватки, because the state of consciousness, eager consciousness, when always not enough, will appear. То, о чем Гурудев говорил, появится вот это состояние разлуки. What Shugurdev explained to us, the state of separation will appear in us. Даже рядом с ней мы будем чувствовать, что нам ее не достает. Even we will be close to her, still we feel what her is not enough for us. Means we need her more. Даже находясь в ее объятиях. Even if we will be in her embrace. Когда она собственными руками будет кормить нас сладостями. When she will feed us with sweets by her own hands, нам будет ее остро недоставать. In this moment, we feel as a pinnacle what we need her more. И здесь уже не будет практики. In this moment, no practice. Не нужно будет ничего практиковать. No need to practice anything. Потому что эти картины будут являться оттуда. Because these pictures will come from that word, Radha's word, in our heart. Из глубины нашего сердца. From the depth of our hearts, all these pictures will come. Из сознания нашего сознания. From the consciousness of our consciousness. Из ядра нашей вечности. From the core of our eternity. Пылающего ядра нашей вечности. Blazing core of our eternity. Из этой изначальной страсти. From the original passion. Потому что Ратике всегда недостает Мохана. Because for Radha, Moh, she's only feeling what not enough. Mohan, for him, Mohan is not enough. She wants more him, more and more him. А Мохану всегда недостает Свамини. And in same time, for Mohan, he is need more and more Radha. Это динамическое содержание вечности. This is dynamic contents of eternity. Без этой динамики ничего нет. Without this dynamic, nothing is exist. Рады. Рады. Я ответил на вопрос. Сунитиджи, I answer your question. Daddy, you were so much absorbed in your taste that just by looking at you, I can feel it. Тамадарич настолько погружен в свой вкус, что просто смотря на тебя, чувствую это. Так, продолжаем.
Шмиратика — это коронное сокровище миллионов сладких враджа-гопи Вриндавана. We will continue. Шмиратика — где мы остановились? Шмиратика — это crown jewel of millions of the sweet враджа-гопис of Шри Вриндавана. Наделенные всей Махабхавой. That are all endowed with Mahabhava. И все гопи, даже Чандравали. And all the gopis, even Chandravali. Это просто ее экспансии. Are simply her expansions. Мы с вами говорили об этом. We already spoke about this. О драматургическом содержании игр. About, how to say, драматург... Я не знаю, как сказать драматургический, sorry. Я не знаю. Театральный. Theatrical contents of Leela. Это драматическое... Да, драматическое... Да, драматическое содержание вечности. Драматическое не означает плач, означает просто это лила, это сценарий, это игра. Так, в этом смысле? Нет. Драма — это действие. I asked, what does mean drama? He told, this mean action. Драма — это действие. Действие — это событие. Drama means event, action, event. Событие — это то, что всегда меняет сознание. And event always changing consciousness. Всегда преображает сознание. Always changing the eternal form of consciousness. Ратика всегда пребывает в состоянии непрерывного события. And Shrimati Radhika always in this changing action, changing events. И все усилители этого процесса, драматургические усилители, драматургические усилители. Дамодаржи, еще раз повтори вот это высказывание. Шримати Радхика всегда пребывает в изменяющемся... Нет, она всегда пребывает в состоянии события, непрерывного события. А, вот так. Шримати Радхика always in interrupted event. И Чандравали в том числе — это драматическое усиление. And Chandravali just to increase this. Her existence for increasing this. Необходимое для того, чтобы Мохан мог взойти на вершину этой драмы. She is needed what Mohan could claim to the pinnacle of his event, drama event, dramatical event. Без этого понимания невозможно прикоснуться к этому процессу. Without this understanding, not possible to touch to this event. Ибо будет непонятным целостность. Because the whole, what all this picture will be, this means the viewer will not see all picture. Which is needed in this case. Драматургическая целостность. Means to see all picture, means to see all lila, all this event, how it's happening, act by act. Не знаю, что ты переводишь, но надеюсь, все правильно. Я пытаюсь, понимаешь, заменить, я не знаю, как по-английски сказать драматургически, я вынужден заменять другими словами. Я говорю, действие, событие, которое продолжается с акта, переходит в следующий акт, как в театре. Я ориентирую образ. Хорошо.
Так же, как нет различия между муском и его ароматом. In same way as no difference between musk and aroma, which is coming from it. Между огнем и его жаром. Between between fire and the heat, which is coming from the fire. Также нет различия между Кришной и его энергией. Радхи. In same way, no difference between Krishna and his energy, Shri Radha. Радха и Кришна имеют различные формы. Radha and Krishna has different forms. Для того, чтобы совершать сладкие игры друг с другом. For for the purpose to do many lilas. И со своими друг с другом со своими преданными. Which is include in these lilas other parshadas also include in these lilas. The lilas can with other parshadas associates. По этой причине Кришна сделал. Конечно, конечно. Давай, можно вообще перейти к вопросу. Не-не. Дамодаровки, это получается, что они, да, вот они выходят в прана, или как формы, да, они не выходят, как Гурудев говорил. Они выходят, вот чтобы удовлетворить вот все остальные души, да, что Кинкари, всех, весь Вриндаван. Так я понял, да, правильно? Когда ты говоришь, выходит... Не совсем понял вопрос. Не совсем понял вопрос. Рада Говинда, когда ты говоришь, они, когда они выходят, имеешь в виду, когда они выходят из Никунджи? Нет, пран, вот... сейчас. Я от текста, вот от последней мысли Дамодарушка. Какая? Рада и Кришна имеют различные формы для того, чтобы совершать сладость с другом и со своими преданными. Да? My question is based on your last statement. What Radha and Krishna has different forms for different leelas and for they as associates what taking part in these leelas means in different different form invited different associates, different parshadas. То есть в различных формах привлекают различных спутников. И вопрос какой у тебя? Ну ведь они, когда они одно, они самодостаточны, да, то есть по сути дела они как бы разделяются на формы, да, проявляют различные две формы, да, чтобы вот порадовать вот все остальные души, да? Нет. Или, ну, как... они не, они, нет, они не самодостаточны. Radha Govinda is asking, when they in pranaya means one, they self-sufficient, but they take forms to give pleasure for everyone who is taking part in their lila. And Damodar is self-sufficient. Вот они одно. Они одно. Да, да, но мы выше говорили об этом. Им всегда друг друга не достает. Yes, they are one, but they always feeling so much eagerness to each other. Always not enough. They want more and more to be with each other. Rather and more. Чем выше любовь, тем выше чувство разлуки. More higher the love, more higher, more stronger separation, feeling of separation. Любовь можно понять по чувству разлуки. And the love can be understood or found by this feeling of separation. Как только возникает любовь, сразу же возникает чувство разлуки. In that same moment, then prema or love coming in the heart. In same moment, the separation is coming. Чувство разлуки можно понять как недостачу. And this feeling of separation we can translate as feeling of
what I haven't you not enough. I want you have more. Нехватку. I need you more. Чего-то очень очень важного. This I need this something important more. Жизненно необходимого. This is life need. Как нехватку того, без чего ты жить просто не способен. Which is without this not possible to continue life. Если нет любви, то нет и разлуки. If no love, no separation. There'll be no separation. И разлука только растет, возрастает. And separation only growing. Mm. И здесь, здесь мы, здесь о бхактах, то есть это вот для других, то есть это способ расширения, это способ выражения своих чувств. Извини, Дамодар Прабху, я не понял, чей способ? Это не самодостаточность. Бог не самодостаточен, абсолютная истина не самодостаточна. Absolute truth, the God is not self-sufficient. Это грубое заблуждение. It's a strong misunderstanding to think that absolute truth is sufficient. Да. Видимая самодостаточность вишну формы. Это Дамодар Прабху, то есть думать, что я... Видимая... Нет, не совсем. Видимая самодостаточность вишну формы. When we see visible self-efficient of Vishnu. Есть следствие погружения Вишну в игры. Аратфа Могана. It's just his means Vishnu absorption. Рада и Мохан. Это следствие созерцания Вишну. Вишну созерцает, непрерывно созерцает в своем сердце игры Радха Могана. Vishnu always absorbed in the lilas of Radha Mohan. This is giving him. И поэтому только кажется самодостаточным. What he is self-efficient. It's visible self-efficiency, but actually this is coming to him by Radha Mohan's lila. Абсолютная истина не самодостаточна. This way, absolute truth is not self-efficient. Она находится в непрерывном развитии. В непрерывном самопревосхождении. Always overcoming itself. И это самопревосхождение явлено в имени Радхи. This phenomenon of overcoming self is in the form of name Radha, Radha's name. Потому что Радха, если прочитаем обратно, звучит как Дхара. Because Radha, according to the Sanskrit method, means Dhara, stream. А Дхара — это одно из имен земли. Other name of other understanding of this word Dhara means earth. Dhara — это всегда превосхождение себя. Dhara means always overcome your own self. Это подобно семени, которое сначала набухает, it's always developing, а потом лопается. It's growing. It's like bija or like semen, which is first is become bigger. But then it's broken because the sprout coming. И это лопнувшее семя никогда не станет вновь тем семенем, которое было до того, как оно лопнуло. And then sprout came and semen was cracked. It will never return her whole form. Когда из семени прорастает росток. Then the sprout came from the semen.
from Bija. Да, оно никогда не когда из семени прорастает росток, оно никогда не станет вновь тем семенем, которое было. No return from previous form when Bija, the semen was as one whole. Далее оно становится оно становится деревом, и дерево уже никогда не станет ростком. After some time, this sprout become a tree, and then this tree will never again return to the sprout form. Это суть дхары. This is essence of dhara. Радхика всегда себя превосходит. This means Shrimati Radhika always in the process of developing herself. Она всегда ее любовь всегда растет. This means her love always growing. И здесь получается, что Мохан растет вместе с ней. And this also means what Mohan is also growing with her. Его резервуар растет, чтобы принять ее любовь. His reservoir or his vessel always growing to accept your love, growing love. И в этом ему помогают как раз манджари. And manjari is helping him in this. И не только манджари. And not only manjari. Все жители Вриндавана помогают именно в этом. All inhabitants of Vraja helping him in this. В расширении его способности принять. In process of expanding his faculty to accept Shrimati Radhika's growing love. Потому что Шримати, потому что любовь Враджа, любовь Враджа — это любовь Шримати Радхики. Because all this love of inhibitors of Raja, it's also Shrimati Radhika's love. То есть вся любовь всех жителей Враджа — это любовь Шримати Радхики. This is mean the love of all Rajabasis, all inhibitors of Raja is Shrimati Radhika's love. И все они помогают ему расширить его океан. And they are all helping him expand his ocean. Увеличить сердце Мохана. Expand his heart. Чтобы оно могло принять любовь Шримати. In such a way, what this his heart can accept Shrimati Radhika's growing love. Это значение этих строчек. What this is the meaning of these lines? Рады, рады. Рады, рады. У нас уже служба началась. Арати идет. Ну, арати. А еще 9:38 же. Еще рано. Или у вас сегодня раньше? Еще же 10 часов нет. Ну, это тут не так постоянно, что касается арати. Оно может начаться раньше. Вот. Тамадар, это получается, знаешь, как Ананта Дас Бабаджи говорит, да, Прабхупада этот пример использовал, да, что вот мы понимаем, что Рада, да, Кришна и Рада, они одно, нет различия, как между огнем и жаром, знаешь, но огню ведь нужна пища, да, ему нужны дрова, нефть, земля, огонь, воздух, да, то есть, как Ананта Дас Бабаджи говорит, карнавала не будет с двумя человеками, знаешь, фестиваль, вот этот праздник, невозможно. И вот для этого, ну, как бы я задавал вопрос, да, таким, наверное, ожидал что-то вот рядом, да, что они нуждаются в нас, да, вот как ты говорил, да. Они не полностью. Нас, ну, как можно праздник сделать? Кто эти гирлянды будет носить? Кто их не чувствует? Кто будет напоминать им, да, массажировать так же, как... Рада Говинда, я не смогу это запомнить, прости. Прости меня. У меня очень маленькая способность в плане переводчика. Radha Govinda is telling what they are one, means Radha and Krishna, as fire and its heat. But it doesn't mean what
absolute truth means Radha Krishna together is self-efficient. Anandas Babaji Maharaj writing about this, he's telling the festival not possible just if Radha and Krishna together. The festival means Manjari and ours. They're taking part and they love. Then это фигура речи. Да, это фигура речи, дорогой мой. Я не смогу перевести фигуру речи, извиняюсь. Это общее выражение. It's just general expression, general words. На самом деле различия есть, разумеется. Of course, some difference is. Но с точки зрения полного целого. Дамодар-прабху, иногда, когда говорят «нет различия», это переводится как «они неотлучны друг от друга, их нельзя разделить». Да. Отделить друг от друга, они всегда вместе. Да, они не могут видеть без... Да, это целое, целостность, да. We are telling about wholeness. То есть никогда не было так, чтобы... Never was such a situation. What no Radha or no or not Krishna exists. They always together. Никогда не было так, чтобы их не существовало. No such situation. What they will not exist. Поэтому здесь это образное выражение. In this case, this phrase is some like figure of speech. I don't know it's in English. I know how it's in Russian, but figure of speech. Разумеется, различия есть, и они коренные различия. We will find the difference and this root difference. Потому что Радхика здесь является инициатором. Because in the mutual love, Radha is initiating. She is initiating. Она является инициирующим центром. She is a center, initiation center of the love. Именно благодаря ее энергии, жадность или жажда мохана растет. By her energy, his eagerness is growing. Все больше и больше, больше и больше, больше и больше. More and more, more and more. И она ее всегда больше, чем мохана. Мохана всегда меньше. У мохана всегда возможности меньше взять, чем у нее дать. Actually. The capacity of Mohan to accept her love always less when she is giving. Никогда не было так, чтобы у Мохана было больше возможности взять, чем у нее дать. Никогда. Never such greatness exists, what she is giving less when he wants it. Always opposite. She is giving more than he can accept. Радика всегда впереди. She's Radhika always first. Радха Чаран, можно я тебе задам вопрос, да? Ну вот по этой причине я прочитаю, продолжаю комментарий, да? То есть вот то, о чем говорил Дамодар, да, что она сильнее, она больше, он не способен взять. И по этой причине Кришна сделал Радхику царицей Вриндавана, да? Вот, ну как бы, вот вторая причина. Это вопрос ко мне? Или мне просто перевести это? Да. Перевести. Хорошо. Нет. Radha Govinda is asking me
Can I tell what by this reason, because Shrimati Radhika is always bigger than Krishna, she is the queen of Raja. Radha Govinda, да, я помню, как однажды Шрила Гурудев попросил Джананду Махараджа и Суниты объяснить три причины явления Шри Чайтанья Махапрабху. My answer is, I remember how once Шрила Гурудев asked Джананду Махарадж and Суниты to explain three reasons of Махапрабху's appearance. И я помню, насколько сильно была жажда его сердца в тот момент, чтобы в нашем ответе, чтобы в их ответах звучало Рада лучшая. Она высшая абсолютная истина. Парам сатьям дхимахи. Я медитирую на эту высшую истину. Это означает медитирую на нее. То есть любовь выше всего. Она выше всего. Да, поэтому она царица Вриндавана. А Кришна — садовник. Или сторож в этом прекрасном саду. Я помню, как сильно эмоционально это было утверждение Гурудева. Насколько был удовлетворен, если это в ответе. То есть недостаточно было просто объяснить причины. Это должно быть эмоционально, что вот это вот внутреннее ощущение Радха лучшее. Я ответил. Рады, рады, да, спасибо. Рады, Чаран, дорогой. Рады, да. Very nice. They are rasikas. Они расики, очень прекрасно. And my Radha Charan. И мой Radha Charan. Brilliant, Baba. Brilliant, Radha Charan. For you. Rather. So happy. Я очень счастлив. I'm happy. To find you. Я счастлив найти, на что я нашел тебя. Ананда Мадави. What is the name of? Ананда Мадави. No, that. Мадави. 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 Wow, very nice. И Мадави тоже очень понравилось, что продал. I love. Я люблю ее. Ананда Майя как ребенок. Ей нужно совершать баджан. Очень наивно. Те, у кого есть любовь к Иштадеву, то совершают баджан. Те, кто сосредоточены на Иштадеве, они совершают баджан. And they have desire to go in their сварупу. У них желание войти в свою сварупу. Рады. Thank you, Gurudev. Thank you. Sweet Katha. Great. Yeah, beautiful. Very, very beautiful. Rade. Rade. Thank you, Suniti, Madhavi. Thank you for 3 hours of your association, Gurudev, and all Vaishnavas, all Dasis. So beautiful. My ears are drinking. My heart is full, and I'm very thankful for all of you.
Суните, за три часа общения с Шугурдевной, говорит, мои уши насладились нектаром, мое сердце полно русских зумки джай. Я счастлив был в общении с вами и с другими Рададаси. Пурнам, Гурудев. Пурнам. Харе Кришна, рады-рады. Примите, пожалуйста, мои поклоны все преданные Гурудев. Рады-рады. Можно вопрос, пожалуйста, Гурудеву задать? А кто? Это Мадави, да? А почему-то вас не видно? Это Инна, это Багдасарова Дима. Дима. Прости, просто я не вижу изображение. У вас включена камера? Камера нет. Ну, я микрофон включила. Хочу задать вопрос. Можете, пожалуйста? Ask question. I ask why your camera not switch on. She told, sorry, I haven't camera. Я просто сейчас не одна. Тут у меня сын приехал сейчас. Я вот из Москвы. Сейчас тут у нас... Да. Вот, поэтому я тут уединилась в уголочек, чтобы спросить у Гурудева. Смотрите, вы сейчас сказали такую важную фразу для того, чтобы... то есть, если мы любим Иштадева, то мы совершаем баджан. Гурудев, у меня такой вопрос. Что вы имеете в виду под фразой «совершаем баджан» и как правильно это делать? Чтобы не уйти куда-то в сторону, не уйти куда-то в свои там, не знаю. Ну, в общем, чтобы не отклониться, как правильно это делать? И что именно вы имеете в виду под словом «совершать баджан»? Спасибо заранее за ответ. Харе Кришна. Didima is asking you, you just told us, if we have love for Ishtadevata, if we concentrate on Ishtadevata, we will do bhajan. Now she's asking, what does it mean to do bhajan, and how we can be not deviated from this? Name. Bhajan means name. Shugurdev отвечает, bhajan означает имя. Name and the person has no difference. Между именем и личностью, носителем имени, нет разницы. My Radha and her form and her name is one. Моя Рада, ее имя, ее образ — это одно целое. So living in this meditation and chanting his name is the bhajan. И жить вот в такой медитации, в повторении имени ее, это и есть bhajan. Means remembrance and chanting her name to call her. I'm thinking for her. То есть звать ее по имени, думать о ней, это bhajan. Звать ее по имени, это имеется в виду в том числе и воспевать святые имена на четках, или просто достаточно киртана, просто петь и все, и четки не обязательно. Вот я это хотела уточнить. Харе Кришна. На этот вопрос Шри Гурудев отвечал в самом начале. She's ask again what you answered already in the beginning. She's asking to chant her name, to call her means on the beats or just enough to sing. Шри Гурудев нет, говорит, конечно же на четках. Без чуток нет. We cannot always practice without beats. This is Mahajan teaching. I cannot do my way. We have to Mahajan Gata Spanta. What Mahajan do, we have to do the same. We are not Mahajan that we will make new life. Шугурдев говорит, что мы следуем пути, которые нам показали Махаджаны, Махаджана и Гата Сапанта. Это из Махабхараты. Вот. Мы не махаджаны, чтобы выдумывать, создавать свои пути. Мы идем путем, который нам показали великие души. То есть поэтому мы повторяем все время, используя четки. Огромное спасибо вам. Огромное спасибо, Гурудев. Огромное спасибо. Big thanks. She's telling big thanks. Gratefulness. Спасибо вам. Мы не можем изобретать свои пути. Then this is not a parampara. This is
out of parampara. Тогда это не будет парампара, это будет вне парампары. We cannot do it. Мы не можем так поступать. I need to finish. Все. На этом, дорогие преданные, встреча завершается. Шубер говорит все. Джай Радхе, Шиши Радхе. Раде, Раде. Шиши Раде. Раде, Шиши Раде. Раде, Раде. Джай. Раде, Рабан. Раде, Раде. Раде, Раде. Раде, Раде, Джаши, Раде. Раде, Раде. Раде, Раде. Раде, Раде. Тора Чан Сундара. Раде. I'm waiting for your call. Yes, Gurudev. Gurudev. Yeah, Раде. Today I learn to give up all tendency of independency. Yeah, our nature that we have to be my way to make. Not working. That's nice. We are not in a parampara, not in the lineage. We cannot inherit anything. No, no, no. Then no pipeline. Thank you, Gurudev. Such a nice point also. Also nice question. Yeah, Radhe. Thank you. Radhe, Radhe. Call me. Waiting for your call. By calling, Gurudev. Yes. Yeah. Radhe, Radhe. Thank you. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Thank you. Thank you for the meeting. Radhe, Radhe. Раде, Раде. Окей, Раде, Раде. Раде, Раде. Спасибо, Дамодарушка, тебе за чудесный класс, изумительный. Раде, Раде. Раде, Раде. Раде, Мадарыч, спасибо, родной. Раде, Раде.